Во вторник в Самарской области ожидается жаркая погода, небо ясное, лишь местами небольшая облачность, осадки маловероятны, дневная температура 29-31, ночью плюс 17, плюс 19 градусов. В Сызрани малооблачно, возможен небольшой дождь, днем плюс 29, ночью плюс 17 градусов, южный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 29, ночью плюс 18 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 29 градусов, в дневное время, ночью плюс 19, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 37%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.